Раннее утро, и мы находимся в футбольном цехе. Приветствую вас всех на благотворительных играх чемпионов, специальном детском турнире, организованном для представителей бизнеса и детей из детских домов. Представители нашей лиги также приняли в нем участие. Дань, что для тебя конкретно значит участие в подобном турнире? Ну, на самом деле, очень приятно, что такие турниры организуются. Спасибо организаторам. От турнира прежде всего ждем знакомства с ребятами. Хотим, чтобы они наигрались вдоволь. Помогаем им в этом. Ну и, конечно, хотелось бы выиграть турнир, да, ребят? Да. Мне очень приятно, что меня позвали на этот турнир. Такие турниры объединяют вообще всю студенческую лигу. Вот. Что для вас значит проведение подобных мероприятий? Адаптация детей и в жизни, и в обществе, и чтобы они развивались и больше играли, выезжали куда-то. Радовались. Для них спорт – это радость. Счастье, радость, все что угодно. Для них это тоже очень, ну, как бы поиграть в футбол в душевной обстановке. Конкретно для меня это мечта, которую я исполнил. Я всегда хотел помочь детям тем, чем могу. Вот мы и помогли вместе с ребятами. Хорошо играем. Вообще хорошо. Как тебе играется в нашей команде? Хорошо. Готов? Прелестно. Готов ли ты часто играть с нами? Да, ура, ура! Спасибо всем тем, кто принял участие в турнире и помог подарить радость детям.